Здесь на эротичность номеров жюри не обращает практически никакого внимания. Техничность и артистизм – вот главные составляющие выступления. Это уже шестой открытый чемпионат по полденсу и фитнесу, который проходит во Владивостоке. Участников с каждым годом становится все больше. Некоторые принимают участие не в первый раз, поэтому знают толк в подготовке к конкурсу. Очень усиленно, последние полтора месяца, а так вообще уже полтора года с прошлого чемпионата. То есть чемпионат заканчивается, и ты начинаешь готовиться к следующему, думать, а что я хочу, смотреть музыку и смотреть, что ты примерно для этой музыки хочешь сделать. Танец на пилоне – это не только красиво, но и опасно. Легкие на вид движения требуют значительной выносливости, гибкости и ловкости. Также необходима хорошая растяжка и сильные мышцы. При оценке выступления жюри уделяет внимание не только сложности трюков и качеству исполнения, но и зрелищности номеров. Мы пытаемся сохранить более женственную сторону, подчеркнуть грацию, пластику и добавить элемента шоу, чтобы было интересно зрителю. Больше как бы, работы на высоте, какие-то неожиданные моменты, интересные образы. То есть чемпионат как один из многих чемпионатов, просто чемпионат по полденсу и фитнесу, можно так сказать, вот, но со своей маленькой изюминкой. Помимо абсолютного победителя, в чемпионате учреждены еще две дополнительные номинации. «Мисс Пул Арт» за женственность и «Мисс Пул Фит» за хорошую физическую подготовку. Среди выступлений были как соло, так и дуэты. Зрители программы остались довольны. Меня пригласила моя племянница, она сама занимается полдансом, просто посмотреть на яркое зрелище. Я как бы первый раз на таком мероприятии. И вообще, мало себе представляешь, что такое полданс. Но я впечатлена, мне очень понравилось. Это ярко, действительно красиво. Прикольно, заводит. Все участники получили грамоты. Победителям вручили медали и подарки от спонсоров. Лучшие конкурсантки примут участие в полуфинале международного чемпионата, который пройдет в Азии. Дарья Орлова, Павел Филатов, «Панорама».